That's it. <laughs> <laughs> So we have uh, spoken about the importance of understanding what uh, tantra is and how it works in terms of basis, path, and result. говорили важно понимать, точки зрения основы, пути And we've uh, spoken of the uh, importance of doing the preliminary or preparatory practices.

Uh, if uh, we uh, don't feel inspiration from the teacher, if there's no connection with the teacher, then uh, the uh, energy in our practice is going to be quite low. So it's very important to have that inspiration. Uh, if we не получаем это вдохновение от учителя, то сила или энергия нашей практики будет довольно низкой. Вот почему очень важно его получить. Uh, in our uh, Tantra practices, there are uh, parts of the uh, practice in which we imagine the uh, Buddha figure that we become is inseparable from our spiritual teacher when we imagine the uh, figure in front of us. In Tantric practice, the first step is to present our in the form of meditative of uh, we already have that type of uh, visualization and recognition during the empowerment. Uh, уже, uh, и, uh, считаем, uh, в, uh, so whether the uh, teacher is uh, in uh, actuality a realized Buddha or not, uh, with all the powers of a Buddha, is not the point. И является ли при этом наш учитель на самом деле Буддой, обладает ли он всеми uh, способностями и uh, силами Будды, это не так важно. But, uh, what we're

And uh, it gives us uh, uh, it's a source of inspiration and energy throughout the practice. То uh, есть это вдохновение uh, или энергия которую мы получаем она помогает нам на протяжении всей практики. Whether we actually spend uh, physical time with the teacher or not, or uh, a lot of time or a little of time is not uh, uh, necessary. И при этом общаемся ли мы в, общаемся ли мы в повседневной жизни с учителем проводим ли мы с ним много времени или мало uh, это не так важно то есть не обязательно проводить с учителем много времени But, uh, you know, is uh, практика тантры основана во многом на повторении.

В большинстве случаев это означает, что мы будем выполнять э, эту практику ежедневно до конца жизни. И эта практика довольно однообразна. Мы день за днем делаем ее одну и ту же, и поэтому для того, чтобы наш энтузиазм не иссяк, нам важно вдохновение.

не то чтобы учитель был где-то отдельно, а мы практиковали сами по себе, когда мы представляем этот медитативный образ Будды, это и есть наш учитель, и потом мы Uh, подходим уже к этому изнутри, представляя uh, себя в виде того или иного образа Будды. И таким образом мы объединяем uh, себя и учителя, или интегрируем. И это то, что называют гуру-йогой. И хотя мы делать гуру-йогу, я имею в виду, что это как и это, часть хотя мы это visualization of some historical figure, you know, let's say Padmasambhava, Guru Rinpoche, in the form of uh, one of these Buddha figures, or Tsongkhapa, or whatever. И uh, мы занимаемся Гуру Йогой как в предварительных практиках, так и в основной части практики. Uh, мы можем представлять uh, историческую фигуру, например, Гуру Ринпоче Падмасамбхау или Цонкапу, любую другую. It uh, the practice has much, much more energy if there's a, a living teacher that we have had some sort of contact with, even if it's in a big audience with 20,000 people, you know His Holiness, of the Dalai Lama. There's some sort of personal experience and we actually have, you know seen a human being like this. This gives far more energy. And often we will imagine the teacher, И мы хотим мы можем представлять uh, этот образ uh, именно так, как историческая фигура. Uh, нам также очень важно какое-то личное впечатление или переживания от встречи с учителем. Не обязательно это должна быть личная встреча, это может быть в присутствии 20 тысяч человек, как, например, в случае с его святейшеством Далай-Ламой. Но очень важно, чтобы мы видели учителя э, лично. И когда мы представляем этот медитативный образ Будды, э, часто бывает, что, э, под ним, что он означает и какое-то историческое лицо, и одновременно он символизирует Будду, и одновременно это наш учитель. But uh, of course, the teacher needs to be qualified. Конечно, and our relation with that teacher needs to be a healthy one, not one that is mixed with uh, disturbing emotions of, uh, you know, I know better than you, uh, arrogance, getting angry with them for uh, uh, this or that reason, or being overly attached. И очень важно, чтобы это были здоровые отношения с учителем. Uh, то есть uh, у нас не должно быть беспокоящих эмоций, таких как, например, гнев или uh, высокомерие по тому или иному поводу, например, когда мы думаем, что мы знаем лучше, чем учитель. Uh, и uh, также у нас не должно быть и излишней привязанности к учителю. То есть uh, у нас до должно быть uh, спокойное беспристрастные отношения, и это, конечно, требует большой зрелости и это довольно непросто. Because, uh, after all, when we have a Потому что в конце концов, если у нас есть цепляние за прочное я, мы можем считать себя особенными. And uh, if we uh, sincerely look at the teacher uh, as a Buddha. Well, Buddha has equal concern for everybody. Nobody is special to a Buddha. Но если мы uh, искренне посмотрим на учителя как на Будду, то у Будды ведь равное отношение ко всем. Uh, он не считает кого-то особенным. Or everybody is equally special, but the point is that uh, Buddha is equal to everybody. Или можно сказать, что Будда всех считает особенными в равной степени, uh, но смысл в том, что он относится ко всем беспристрастно. And so we get inspiration from the teacher, but we shouldn't think. In terms of you know, oh, you know, I'm so special, and so on. Work we have to do ourselves. Да, мы получаем от учителя но нам важно не считать себя с этим особенными, потому что работать нам все равно предстоит самим. These are difficult points, I must say. The whole point of seeing the teacher inseparable from the Buddha figure, though it is mentioned and is emphasized in all the tantra practices. That's really not easy. One really needs to uh, uh, work very deeply to understand that in a um, a way in which it will actually work in a, uh, um, a healthy manner. И это один из довольно сложных uh, пунктов во всех тантрических текстах подчеркивается, uh, что учителя важно видеть uh, как Будду. Но очень важно правильно понять это действительно на глубоком уровне, что это означает так, чтобы это работало и чтобы эти отношения были здоровыми. И и очень важно реалистично подходить к практике и не ожидать, что мы будем чувствовать вдохновение все время. Иногда uh, у нас будет вдохновение практиковать, иногда нет. И uh, в этом нет ничего удивительного. Мы находимся в сансаре, и в сансаре все переживает взлеты и падения, и поэтому и в практике точно так же они у нас будут. So we need to, uh, what should we say?

И если мы будем помнить о положительных качествах учителя, о его доброте, и мы сможем объединить это, совместить uh, со своей практикой тантры, то даже несмотря на то, что наше вдохновение может быть вдохновение и та энергия, с которой мы практикуем, может быть, не будут uh, на каком-то uh, драматично высоком уровне, тем не менее, они будут выше. So, it's important to uh, be quite uh, discriminating in terms of uh, the teacher from whom we receive an empowerment. First, we need to be ready to receive it. The teacher needs to be qualified And we need to feel some sort of connection, some sort of inspiration from the teacher. If any of those three are missing, you're going to have some problems. То есть важно очень разборчиво относиться к принятию посвящения и получать, посвящение только у квалифицированного учителя. Нам самим нужно uh, быть подготовленным учеником. И, кроме того, важно вот это чувство связи с учителем. Если хотя бы что-то одно из этих трех отсутствует, uh, то uh, это, этого будет недостаточно. Now, of course, there are some teachers which uh, say it's okay to come to an empowerment without actually taking the empowerment. And uh, people refer to that in the West as going just for the blessing.

не принимает обетов и uh, это совершенно нормально до тех пор, пока мы знаем, пока мы понимаем, что мы делаем. Как говорит его что Далай-Лама нам важно быть в худшем случае нейтральным наблюдателем. То есть, конечно, лучше всего, если мы положительный наблюдатель, если наш настрой положителен, но во всяком случае, мы сохраняем нейтралитет, мы не подходим к этому с каким-то отрицательным отношением, когда мы думаем, что это происходит какой-то примитивный ритуал, и что эти люди вообще все здесь делают этого, нужно избегать. Окей, okay, далее, что касается самой практики, которой мы занимаемся. There are uh, numerous types of uh, practices that are done with Tantra. Uh, есть много разных практик, которые, uh, которыми занимаются в Тантре. We have uh, four different classes of Tantra in the uh, new translation traditions that's uh,

And uh, each of these uh, classes is going to have a slightly different structure in terms of uh, the practices that we do. But uh, basically, we usually have two stages one in which we work with uh, imagination, visualization, and one uh, with which we uh, are uh, going more, what should we say, into. Something beyond imagination He explained it in general и uh, у практики обычно есть две стадии первая uh, стадия когда мы работаем с воображением с визуализацией и uh, вторая стадия когда мы выходим за ее пределы и работаем uh, с чем-то другим это если говорить очень в целом traditions scheme Of the uh, old tradition, the Nyingma tradition, we're working with uh, uh, actual methods to get to the subtlest level of uh, mind. Uh, Тантрия согласно классификации новых школ и в высших трех из шести согласно классификации Нингма старой школы мы работаем с теми методами, которые нам на самом деле помогают достичь тончайшего уровня ума. И uh, работа с тонкими

since that is uh, primarily what uh, all of us at our level are actually involved with. Uh, no, I And even if uh, we uh, are doing uh, practices that uh, seem to be involved with the energy systems and chakras and so on, in actuality, we're just working with that in our imagination. И даже. So again, it's visualization practice. Uh, даже если мы пытаемся заниматься практиками с uh, чакрами энергетической системой, uh, на самом деле все равно мы сейчас делаем это с помощью нашего воображения. So fine, this is how we uh, have to begin. <coughs> и это нормально, мы именно с этого и начинаем. And, uh, with this, uh, uh, practice with visualization, we have what's known as a sadhana. Sadhana is a Sanskrit word which means

Many not just one. И у uh, каждого медитативного образа Будды много садхана, не только одна. And as I explained, for each Buddha figure there are also many different forms of that Buddha figure, like four thousand etc. Uh, точно так же, как и для каждого из uh, этих uh, образов Будды или божеств есть множество разных uh, форм, как я уже упоминал. Например, может быть есть, uh, например, uh, uh, есть uh, Four and so, since there's, there are so many variants and variations of the practices, uh, I think it's quite important to uh, not get uh, overly attached to the one that uh, we're doing as if it were so special, because all of them are special. Everybody will say that the, their sadhana is really special. И поскольку у нас есть такое многообразие этих практик, важно не считать свою практику uh, особенной, потому что точно так же и каждый uh, практикующий будет говорить, что его практика особенная. Мы so, uh, 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 просто практикуем. Of, oh, 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 this is so, so and you get quite a мы просто практикуем uh, ту садхану, которую нам дал учитель, которая uh, передавалась по его линии преемственности, и при этом мы как-то не раздуваем из этого uh, то, что это самая лучшая какая-то необыкновенная практика, потому что это уведет нас уже в сторону сектанства. Now, we have one type of, uh, и если мы рассмотрим uh, садхану определенного божества в одной традиции, то, как правило, у нас есть uh, короткая садхана uh, или сокращенная. Есть длинная, развернутая садхана, и также в некоторых случаях есть и средняя. И, как говорил мой учитель Серкан Кринпаче, Uh, сокращенные садханы предназначены для продвинутых практикующих, в то время как длинные предназначены для начинающих. In the full forms, we recite basically the script of what we are doing. It's like an opera a visualization. So we have all the steps and you recite what you're doing. И в длинной uh, садхане у нас есть uh, описание того, что мы представляем, то есть это как, uh, как сказать, партитура, uh, и мы знаем, что на каждом этапе мы представляем uh, то или иное на каждом шаге. And uh, in that, in addition to reciting what we are actually visualizing or what we're trying to, you know, uh, a state of mind that we're trying to generate, like and so on, we also have uh, various prayers and we have lots of

И могут встречаться разные мантры, некоторые из них связаны с тем божеством или медитативным образом Будды, который мы визуализируем, некоторые помогают uh, войти в то или иное состояние ума, например, есть мантра, uh, которая означает... Uh, пустотность или которая соответствует uh, состоянию ума постижения пустотности и как правило по uh, санскритским uh, слогам этой мантры мы можем понять uh, какое от нас uh, требуется усилия uh, по какой цепочке рассуждений или размышлений нам нужно пройти для того чтобы это состояние породить Syllables that, uh, represent something. Также uh, эти мантры могут содержать, like om, ah, эти мантры могут содержать uh, не только отдельные санскритские слова, но и uh, даже цельные предложения, uh, довольно осмысленные. И кроме того, в них могут быть вставлены различные uh, слоги, которые также имеют определенный смысл, например, слоги ом ахум. Ah, Например, когда мы делаем подношение, которые составляют довольно важную часть каждой практики, uh, мы повторяем санскритские слова, которые соответствуют uh, тому, что именно мы подносим uh, Будде и uh, Его свите. Hmm. Okay. So, what are the uh, parts of uh, a sadhana practice? Итак, you know, what is the script? What are the uh, major things that will be there in the full form? And in the abbreviated form, they'll just have a little bit of things. And if you're familiar with the full form, you fill it in without having to do any recitation. Если мы делаем подробную садхану, то там каждая из этих частей будет присутствовать непосредственно в виде текста. Если мы делаем сокращенную садхану, то там может не быть развернутого описания, а просто какие-то наметки, и мы уже сами должны знать, что нам в этот момент нужно делать. И перед тем, как я начну объяснять разные части садханы. Еще один момент. The implication is that we have to really familiarize ourselves with the long one before we can effectively practice the short one. If we only do the short one without knowing the long one, it won't be very effective because we're leaving out too much. You don't really know what is packed into it. Мы можем сделать вывод, что если мы хотим практиковать эффективно,

И бывает, что мы занимаемся этими садханами в ретрите, где постоянно повторяем ее и начитываем множество мантр. И к этому моменту, когда мы отправляемся в ретрит, важно уже быть хорошо знакомыми с этой практикой, так как ретрит не предназначен просто для знакомства, для изучения практики. With the whole sadhana practice, and we're not familiar with that practice, and we think, oh, you know, I'll get familiar during the retreat. Not very effective. Not very effective at all because we spend a lot of the time doing the practice incorrectly or incompletely. If we the retreat без

И хотя очень полезно действительно uh, оставлять повседневную жизнь, например, уезжать куда-нибудь на выходные и там знакомиться с этой практикой, изучать ее, uh, хотя мы можем называть это ретритом, uh, традиционное тибетское использование этого слова отличается, а они это ретритом бы не назвали. Retreat is when You have a very set schedule for uh, a very, usually quite a long period of uh, time, depending on the speed that we're doing. And you do uh, um, a sadhana practice and you recite a mantra several hundred thousand times, could be a million times. All depends on the uh, mantra. That's a retreat. A weekend going off and uh, having some lectures. Is uh, a weekend off. It's not the Tibetan word for retreat. The Tibetan word for retreat here is one which uh, is uh, making the mind serviceable. In other words, it can really run, it can really work with the practice by this tremendous amount of repetition. You, uh, if we Отправ... если мы хотим сделать полноценный ретрит, его важно делать с четко установленным расписанием, и мы повторяем действительно очень много мантр, в зависимости от мантр, от конкретной мантры это может быть несколько сотен тысяч раз, миллион и так далее. И если мы просто едем куда-нибудь на выходные, и у нас, например, там лекции, то это не совсем то, что тебе бы назвали ретритом. Слово «ретрит» означает Uh, что мы uh, оно ретрит uh, означает что мы делаем ум работоспособным то есть мы uh, полностью uh, отдаем uh, себе практике. Okay. Now, structure of a uh, sadhana, is, full sadhana is, is that uh, it starts with a uh, lineage practice. Итак, что касается uh, структуры полной садханы. Uh, so, you visualize the whole lineage going back to uh, the Buddha in whatever form the Buddha might have appeared in for uh, giving the practice, whether it's Vajradhara, whether it's Samantabhadra, whatever it is, doesn't matter. And it'll be different in each practice. And then you imagine the whole line of lineage masters going all the way down to your present master, one that you received the empowerment from. Мы представляем учителей линии преемственности, начиная от Будды, в той форме, в которой он передавал эту практику. Это может быть Варджирадара, это может быть Самантабхадра. Любая форма в разных практиках, она будет отличаться. И мы представляем всю линию передачи учения вплоть до нашего нынешнего учителя, от которого мы получили посвящение на эту практику. И uh, для каждого из учителей линии преемственности есть отдельная строчка, которую мы повторяем, или в некоторых случаях бывает, что одна строчка одновременно соответствует нескольким учителям. Мы не должны думать, отличаются от Будды. Будда появляется в этих формах. Будда может появляться в форме в Они могут появляться в форме Они могут появляться в форме. Не и когда мы думаем о Саматхадхадере или Ваджрадаре, их не следует считать отдельными от самого Будды, поскольку Будда может проявляться в любых формах, будь то uh, Ваджарадара или Ваджарагини, Ямантака, uh, любая форма, uh, точно так же, как наш учитель, может проявляться в различных формах, uh, точно так же и, тем более, и Будда. Right, otherwise, we have the absurd conclusion that Buddha didn't teach the tantras. Only Vajradhara or Samantabhadra taught the tantras, and that is uh, incorrect. Что, tantрам, hmm. In any case, we recite the verse, and each of the uh, uh, Ну как бы там ни было, мы повторяем строчку за строчкой и мы представляем, как учителя растворяются по очереди один в другом, постепенно все они растворяются в нашем коренном учителе, и учитель растворяется в нас. authentic,

этих учителей линии передачи? Well, the more that we know about each of these lineage figures, the more inspiration we will feel from them, rather than it just being a name that maybe we can't even pronounce. И, конечно, чем больше мы знаем о каждом из учителей, тем больше вдохновения мы можем получить Uh, например, мы вряд ли получим большое вдохновение, если мы только знаем имя, и особенно если нам даже трудно его произнести. So just если мы просто произносим имена и ничего не знаем о самих этих людях, то uh, навряд ли это нас нам даст большое вдохновение, потому что мы просто uh, будем быстро пробегать по этому списку, чувствовать uh, скуку, потому что для нас это просто имена. So if we want this part of the practice to be more effective, we need to learn a little bit about at least the major figures of the lineage. Поэтому, если мы хотим сделать нашу практику, вот именно эту часть более эффективной, нам важно узнать больше хотя бы об основных а, uh, учителях линии преемственности. And nowadays more and more information is available, so through the internet or whatever, it might not be in Russian, but uh, in other languages as well, and there are tools for translating, so you can use them. И в наше время появляется все больше и больше информации. Мы можем, например, узнать об этом через интернет. Даже если текст не переведен на русский, на каких-то других языках, мы можем использовать специальные инструменты для автоматического перевода. Uh, yeah, dissolve all our ordinary appearances, you know, being inspired. so dissolve all the ordinary appearances and then generate ourselves in the form of uh, the simple form of the buddha figure. these buddha figures will have a simple form and a full form usually. so it could be a figure with, uh, let's say, uh, 24 arms. as the full figure, the simple figure will have just two arms. So we start off with a simple figure, not the full figure usually. Мы представляем, что наш учитель, неотделимый от Будды, растворяется в нашем сердце, мы получаем вдохновение, и после этого мы растворяем все обыденные видимости и порождаем себя в виде того или иного образа Будды. Причем есть простые и сложные образы. В данном случае, как правило, мы представляем себя в виде простого образа. Под сложными, например, имеются в виду те божества, которые имеют там 24 руки, но у uh, них также есть и простая форма того же самого божества с двумя руками. So, obviously, we need to have some experience of voidness, some understanding of that, and some understanding of that whole process that we have been discussing so far of Buddha nature and how it's possible to generate ourselves as a Buddha figure and what it actually means and so on. have to have some understanding.

Uh, природы, uh, есть, uh, часть, so, within the preparatory practices, the order of what we do will be slightly different in different practices, and there will be more in the fourth class than there is in the first class. But anyway, the structure is basically the same. Uh, so, говорить... I'll just explain it in one way. Если говорить о предварительных uh, практиках, о предварительной части основной практики, то в разных uh, случаях uh, это будет uh, разная часть, будет разный порядок uh, uh, тех шагов, которые мы здесь выполняем. И uh, также длина этой части будет различна. Например, в uh, четвертом классе тантра она будет длиннее, чем в первом. Но uh, я остановлюсь здесь на этом в общих чертах. So we have to prepare. Итак, нам нужно подготовиться the к основной практике. So, how do we prepare? Каким образом мы готовимся? Сначала мы делаем uh, много подношений. Это значительная часть практики. So, Определенно, перед тем как мы это делаем, важно э, войти в такое состояние ума, как щедрость, то есть важно э, э, в обратном случае мы э, не не сможем сделать эти подношения. And there are many different types of offerings. Uh, for all the classes of tantra we have the offering of external objects, different types of uh, uh, water and incense and flowers and so on. Food, music. Во всех классах тантры есть внешние подношения. Это, например, подношение воды или благовоний, пищи, музыки и так далее. Они составлены в соответствии с тем, как бы мы приветствовали uh, и выражали свое уважение гостю, который бы к нам пришел в, uh, домой в древней Индии. and uh, in the highest class of tantra we have further types of uh, offerings inner offering dealing with various aspects of the body and so on no need to go into all the details и в внутренних классах тантры есть также в высших тантрах в высших классах тантры есть также внутренние подношения которые связаны с различными субстанциями тела но нет необходимости углубляться в подробности and in uh, making these uh, offerings, some offerings are going to be made to Buddha figure in front of us. Some offerings are going to be made back to us as a Buddha figure. И эти подношения, которые мы делаем медитативному uh, v and we want to uh, be able in uh, Tantra to have the understanding of voidness with a blissful state of mind. There are many reasons for that, uh, very efficient for getting down to the deepest, most subtlest level of mind. I don't really want to go into much detail about that, there's not much time. Uh, и точно так же в высших тантрах есть и различные другие подношения, которые, например, связаны с uh, аспектом блаженства нашего ума. И uh, я не буду вдаваться в подробности, у нас не так много времени. So, when we make the offerings, it's very important to have a feeling that it uh, brings joy and happiness to the Buddhas. Not that they don't have it already, but uh, uh, we imagine that it uh, brings happiness to them. When we experience it ourselves, we experience it with a blissful state of mind. But in both cases, with an understanding of voidness. Not мы, that, you know, oh, I'm this little thing, and I'm you're so wonderful, and it's such a big deal. That what I'm giving to you. радуются, что они счастливы. Это, конечно, не значит, что без наших подношений они а, несчастливы. И если мы делаем эти подношения самим себе, то мы сами испытываем а, блаженство. Причем в обоих случаях важно совмещать это с пониманием пустотности. А, мы не представляем, что мы какие-то маленькие ничтожные существа, которые делают подношения Буддам, которые великие где-то во мне нас находятся, а, и делаем а, такое что-то грандиозное из своего подношения. And making offerings is a way of showing respect. And uh, it also builds up some uh, uh, more and more positive force. И, uh, anyway, in the sadhana, first, what we have to do is. You now, here's a difficult word. Uh, it is the same word as. Inspiration. So sometimes it's called bless the offerings. Well, what does that mean? <speaking in the language> well, this word that some people translate as bless, as I said, I translate it as inspiration in certain contexts. In other contexts, it is an uplifting. I mean, this is what inspiration does. И uh, это то слово, которое многие переводят uh, как благословение, но я перевожу ее как вдохновение uh, в некоторых контекстах. Или здесь мы скорее имеем в виду о, о, о поднятии того или иного, о, например, качества или ощущения. То есть санскритское слово «адхиштхана» оно означает стимул к росту или возвышения, увеличения того или иного аспекта. So uplift or brighten. Sometimes translated with the word to brighten, to brighten it to a, a higher state. So sometimes people translate that as consecrate, consecrate the offerings. Uh, in English, тибетцы uh, также используют здесь uh, слово uh, brighten means make more bright. Uh, yeah, to increase its brilliance.

uh, substances it can be water it could be tea it could be flowers it could be incense um, special substances that you put in some tea that you get from the teacher all sorts of things that you can have but the point is that uh, this is the basis upon which we can label ordinary form but we can also label this uplifted form the pure offerings that we're going to make У нас на алтаре стоят подношения, это может быть вода, чай, благовония, цветы, возможно мы в чай добавляем специальные субстанции, которые получили от учителя, и эти обыденные подношения, они могут служить основой для обозначения как этих... То, что у нас стоит на алтаре, может служить основой как для обозначения обыденных подношений, так и для этих возвышенных или приподнятых. Да, подношений, подношений. Remember when we spoke about uh, ourselves in the form of a Buddha figure, that are uh, this positive potential, which is a type of uh, energy, in a sense. So well, is it energy, not energy? That's another discussion. But uh, anyway. Uh, this can give rise to our ordinary form, or and not mixed with confusion, it can give rise to uh, a pure form, as a Buddha figure. So it's our energy actually that uh, appears in these uh, forms. Итак, это подобно нашей визуализации. У нас есть система положительной силы, и она это своего рода энергия. Ее можно рассматривать по-разному. Но давайте сейчас ее рассмотрим именно как энергию. So, Sakya, one of the Tibetan traditions, uh, explains that um, this is inseparable the ordinary samsaric form and the so called nirvanic or pure form. You know, generate both. So, what we are doing with this uplifting, this inspiration is rather than focusing on the ordinary type of appearance we go back we dissolve our under, you know the, the uh, projection of true existence onto that and instead generate or not generate but focus on the pure appearance so it's like two different levels of energy so we want to go from the lower energy to the higher energy although both of them are there И в традиции саки, например, говорится о, о том, что у нас одновременно присутствуют обыденные сансарные видимости и чистые видимости нирваны. И точно так же и здесь мы можем говорить о том, что у нас есть обыденная видимость и есть чистая видимость, и наша цель стоит в том, чтобы растворить видимость реально, суще... Uh, реально установленного существования с тем, чтобы uh, на основе этого объекта uh, перейти к этой возвышенной или чистой видимости. So we want to get rid of this projection of, uh, you know, everything encapsulated in plastic. Get rid of that projection, whether we're talking about the ordinary vibration level or the Buddha level, vibration level. Get rid of that and then focus on this pure one. So, we do that with ourselves and the Buddha figure, our environment around us, in terms of a mandala, we do it with the offerings. We clear away the projection of uh, everything encapsulated in plastic uh, in terms actually... of the ordinary level, the pure level. Мы очищаем наши проекции того, что все явления существуют словно в пластиковой упаковке, и делаем это на двух уровнях, и на чистом, и на обыденном. И мы не сосредотачиваемся на обыденном уровне. Uh, а благодаря силе этого вдохновения или возвышения мы переходим к чистому уровню видимости. И мы uh, yeah, делаем это с нашим собственным телом, с нашим окружением, представляя все это в чистом виде. Точно так же мы поступаем и uh, с подношениями. So, to то them, 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 uh, есть чтобы uh, эти подношения uh, очистить и чтобы они предстали перед нами в чистом виде, нам нужно uh, их uh, возвысить или uh, вдохновить, <coughs> или благословить, очистить, как ни so, the the from them. And then generate them in uh, a pure form. You know, as nectars and so on, and also increase them so that uh, they're never going to run out. You know, you don't have to be stingy with them, thinking that there's a not, a, not enough for everybody. So it multiplies infinitely and uh, has just good qualities. Итак, Uh, реально установленное существование и переходим к uh, этой чистой возвышенной форме. Uh, после этого мы, при, uh, мы, при, мы представляем эту форму в виде нектаров, и после этого мы также умножаем эти нектары uh, таким образом, что их хватит на всех, у нас не, не возникает никакого чувства скупости, что нам не хватит. И, uh, so we multiply, and then after that we... That it has only good qualities. И мы представляем, что у них есть только положительные качества. Мы делаем это с внешними подношениями, и если uh, мы занимаемся тантрой uh, uh, высшего класса, то uh, если мы занимаемся выше, высшим uh, классом тантры

и перед началом мы сначала представляем, как uh, мы разгоняем, устраняем все препятствия. And uh, then we have a um, repetition of the preparatory practices that we've done with Mundro. So you have refuge taking safe direction, you have uh, the uh, uh, generation of bodhicitta. После этого мы повторяем предварительные подготовительные практики, которыми мы до этого занимались, делая нендра. То есть мы принимаем прибежище и зарождаем бодхичиту. So that could go first before the uh, uh, uplifting of the uh, so-called consecration of the offerings come there, or it could be both there and after you've uh, done it. As I said, the order of these things is going to vary in different practices. Это может uh, предшествовать uh, освещению, как это часто называют, или можно сказать возвышению подношений, или это может быть идти может идти после этой части, или может быть и до и после. То есть, опять же, от uh, версии к версии uh, текста uh, порядок практики будет изменяться. Вот одна структура, которую мы используем, это as uh как основа. And then doing Vajrasattva practice as a purification. Yeah, согласно одному из возможных порядков, у нас есть прибежище и будхи как основа. После этого идет практика Vajrasattva для очищения. And uh, then uh, seven-part uh, uh, practice, you know, with prostration and offerings and openly admitting. Negative uh, things that we've done in the past, etc. Seven part practice, it's called. Uh, далее так называемая семичастная практика, когда мы делаем простирание, подношение, мы uh, признаем uh, наши ошибки, которые мы совершили, и так далее. There's always a guru yoga. Всегда часть является guru yoga. Imagining getting inspiration from the various, you know, body speech and mind of the guru.

Have all these preparatory practices, and there can be more that are uh, put here depending on the practice we're doing. Итак, таковы подготовительные практики, и кроме них могут быть еще другие в зависимости от той конкретной садханы, которую мы делаем. Then we have uh, the main part of the uh, the practice. Uh, далее идет основная часть садханы или практики. Мы можем рассмотреть подготовительные части практики uh, как практики для... Uh, накопление или укрепление положительной uh, силы. И также, если у нас есть момент, и, и также далее за этим следует момент, где мы медитируем на uh, пустотность, и это соответствует усилению uh, нашей системы глубокого осознавания. So Uh, таким образом, медитация на пустотность завершает uh, накопление положительной силы, и с нее начинается uh, основная часть практики. So again, focus on voidness, clear out uh all the appearances, and uh, in a sense, again, we reboot in terms of generating ourselves in the form of a, a Buddha figure, the full Buddha figure now. Итак, мы медитируем на пустотности, очищаем uh, все видимости и в некотором смысле делаем перезагрузку то есть мы снова визуализируем себя в виде медитативного образа будды и теперь уже мы представляем себя в полном виде space еще один еще одна часть практики

Ощущать, что все помехи uh, убраны, что мы находимся в защищенном пространстве, у нас не появятся препятствия. И есть много разных способов, как мы создадим этот защитный пространство, как я иногда называют защиты», много разных способов, он визуализирован, фигуры на нем и так далее. Здесь довольно много и есть много разных способов, как мы можем представлять этот это защитное пространство, или как его также называют защитный круг. Могут быть разные божества поверх этого круга, а сам круг может быть разным. main practice. И в некоторых практиках uh, создание защитного пространства относится к предварительной части, а в некоторых uh, к основной части. И опять же, как я уже упоминал, uh, мы здесь имеем дело с uh, множеством разных вариантов. So within this uh, protected space, then maintaining this understanding of voidness as best as we can, we generate as the Buddha figure. with an understanding of the voidness of the buddha figure and of the mandala and so on uh, the more elaborate forms most of these figures have a palace that they live in and some are many multiple figures as well uh, so we create this Uh, у нас есть понимание пустотности, и мы визуализируем себя в форме того или иного медитативного образа Будды или божества, uh, при этом удерживая понимание пустотности, мы понимаем пустотность этого божества и всей мандалы. Uh, то есть вокруг этого божества uh, часто будет множество-множество других божеств и uh, дворец, в котором это божество находится. Now, the way of generating ourselves will different classes и как именно мы представляем себя в образе того или иного божества uh, здесь также есть много разных способов в разных классах тантра это делается по-разному и даже внутри одного класса тантра могут быть разные варианты mm. And uh, what uh, we have, remember, in our discussion of uh, the meaning of Tantra, that uh, instead of having our unawareness and disturbing emotions activate the karmic potentials to give rise to an ordinary form instead of that what we want to do is to uh, and that occurs of course at the time of death and then rebirth bardo and rebirth what we want to do is to have instead are without these disturbing emotions and so on that this positive force gives rise to a pure form yeah, вместо того, чтобы наше неосознавание, беспокоящие эмоции активизировали кармические потенциалы, и мы перерождались в нечистой форме, соответственно, речь идет о том, что происходит в момент умирания, бордо и перерождения, чтобы вместо этого мы, порождались в чистой форме. So, in the new translation period, Sakya, Kagyu, Geluk, what uh, we imagine with the highest class of Tantra is uh, this process of substituting for death, bardo, and rebirth uh, in a much fuller form. So we actually have visualizations and practices which are similar to what happens with death, bardo, and rebirth as a way of generating ourselves as the Buddha figure. И когда мы представляем себя в форме медитативного образа Будды в новых школах Саке Кагью и Гилук в высших классах тантры, у нас есть развернутые практике внутри этого процесса или развернутой визуализации, что именно мы делаем в соответствии с, каждым из этих, uh, с каждой из этих uh, составляющих, uh, соответственно, умирание, бордо и перерождение, или рождения. So, similar to death, you know, the uh, absence of all these uh, um, ordinary appearances, plus, of course, the understanding of voidness, and then with uh, bardo arising in a simple form,

We imagine the whole process of the eight steps or the ten steps, depending on the practice, of how you, uh, the gross mind in this lifetime, gets more and more subtle at the time of death. So we have quite a nice, very elaborate type of uh, process here, and that is actually the kernel. That's the most important part of the sadhana, is this generation practice in which, you know. Uh, и когда мы говорим uh, если мы рассмотрим именно ту часть которая соответствует uh, умиранию то она также делится на разные этапы в соответствии с uh, тем как наше сознание становится более и более тонким uh, там есть 8 или в некоторых случаях 10 стадий растворения uh, и мы проходим через uh, все эти стадии и uh, очень важно, что именно, вот, uh, эти, uh, именно эта часть uh, садханы и является uh, ключевой, самой важной. В Нингма uh, uh, точно так же uh, этот uh, процесс происходит, но немного по-другому. it terms death, rebirth, conceived terms how там к этому подходит с другой точки зрения вместо uh, смерти бордо и uh, перерождения uh, там речь идет о рик которая может uh, давать uh, который может производить или uh, чистые видимости или нечистые 3. So It's three samadhi. samadhi is a state of absorbed concentration. So, focusing on pure awareness, and then, so that's similar to death, although it's not called like that, and then uh, uh, the energy of that pure awareness going out, communicating, that's like uh, subtle forms for Bardo, and then an actual appearance, that's like... Rebirth. So, although it doesn't say death, bardo, and rebirth, very, very similar, basically doing the same type of thing. Uh, так, uh, so pure awareness and... Communication, it's called, it's used, they use the word compassion, but it uh, is referring to the energy going out in a communicative type of way. Далее у нас есть коммуникация или, вза или взаимодействие, то есть это то, что часто называется страданием, но речь идет о энергии, которая исходит вовне и вступает в некую коммуникацию с окружающим миром. И затем, собственно, видимость или появление. И все эти три стадии, они соответствуют тем же самым смерти and the way of getting to this uh, rikpa is going to be similar to in our imagination we do this similar to how we, fo how we focus on rikpa in Nyingma practice as opposed to how we go to the clear light level in the new tantra system which is through the stages of dissolving the winds И то, как мы сосредотачиваемся на чистом осознавании, Рикпа, здесь соответствует тому, как мы проходим, в, с точки зрения новых тантр, проходим по разным стадиям этого растворения к сознанию, сознанию ясного света of uh, eliminating this basis level from giving rise to uncontrollably recurring rebirth. Death, Bardo, rebirth – it's the same. То uh, есть uh, в разных системах может быть разный подход к uh, тому, что именно мы делаем в uh, практике, но uh, смысл один и тот же. Наша цель – чтобы наш уровень основы uh, перестал порождать… Uh, постоянно повторяющаяся смерть, бордо и перерождение. It's just a different То uh, 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 есть просто в разных системах, uh, разные uh, в разных рамках с разных точек зрения рассматривается, как именно uh, появляются uh, чистые. Uh, what give, gives basic, basis level. Как uh, наш уровень основы uh, дает рождение или порождает uh, чистые и нечистые видимости. Okay, now, visualize ourselves as this Buddha figure with all these figures in the mandala. We are all of them. We're not just the main figure. We are the me is labeled on all of them. We are this whole assembly of figures. И когда мы визуализируем себя, божеством или медитативным образом Будды, окруженным мандалой, мы обозначаем названием Я не только центральное божество, но на самом деле всю мандалу, всех божеств и всю мандалу. Если мы представляем пару, то есть божество в союзе, мы являемся обоими божествами. Now, Of course that gets into a lot of technical detail of what is your point of view as you're visualizing yourself as all of these that uh, uh, that type of uh, instruction one needs to get from one's own tantric uh, master of how you actually do this it's not so simple И, конечно, может возникнуть много технических вопросов, например, с какой точки мы смотрим на всю эту визуализацию, если мы считаем себя всей этой мандалой. И за разъяснением по этому поводу нужно обращаться к собственному тантрическому учителю. Это все довольно сложные моменты. But all these different figures represent different aspects of ourselves, the different elements, the different aggregates, the different senses, the different types of deep awareness. So we're the whole thing. И все эти разные божества и аспекты мандалы представляют uh, собой, они символизируют, uh, например, наши совокупности, различные элементы, способности чувств и так далее. Точно так же, как и uh, в нашем uh, физическом теле есть пищеварительные, кровеносные и другие системы, и все они взаимосвязаны. Then we, uh, uh, once we have set up this uh, uh, visualization, and you recite what everybody looks like. когда мы уже And in some practices, there are also various figures inside the body of the, of the deities. Uh, внутри uh, божеств есть еще другие божества. После этого мы представляем, как uh, так называемые существа глубокого осознавания растворяются в тех существах, которые мы представили. И это не совсем так, как это объясняется. И неправильно считать, что uh, те, которые uh, растворяются, они подлинные, а те, которые мы представили, uh, на самом деле uh, uh, лишь uh, вымышленные, uh, возникают из нашего воображения. Это не совсем uh, так как обстоят дела на самом деле. central Generation as this figure becomes stable. Это практики с помощью этой практики мы вводим различные ветры в центральный канал. Так что наша визуализация себя в образе божества становится более устойчивой. Then we imagine that again we take the full empowerment, and that could be done in an abbreviated form. Some practices done in a very full form.

и мы все время делаем подношения. Если в подготовительной части мы делали подношения uh, гуру, когда делали гуру йогу, uh, соответственно, он находился вовне нас, uh, здесь в основной части мы самих себя представляем в виде uh, образа Будды и делаем подношения самим себе. Когда мы представляем получение, повторное получение, посвящение, мы представляем, что делаем подношение. Uh, тем от кого получаем uh, его божествам посвящение. Есть разные медитативные практики, которые помогают нам сделать более устойчивой нашу визуализацию. So no uh, когда мы уже перестаем что-либо повторять. So that uh, we get more and more concentration with more and more details. То есть произносить, читать какой-то текст, мы вместо этого сосредотачиваемся на этой визуализации, стараясь как можно лучше различать все детали. То есть мы стараемся обрести как можно более хорошее сосредоточение на всем, что мы визуализируем, на всех. Uh, detail, uh, and then there's the mantra recitation. Uh, mantra. And there are mantras for, if it's a multi figure uh, mandala, there are mantras for all the figures. If the mandala has many figures, you say there's a different mantra for each figure. <laughs> some of them have more, the main figure usually has at least three mantras, usually three. И если uh, у нас в мандале много божеств, то для каждого из этих божеств будет своя мантра, и у uh, основного божества обычно три мантры в большинстве случаев. And again, many visualizations that are done while we recite the mantras. И есть много визуализаций, которые мы делаем, когда повторяем мантру. Uh, within Body, especially of the main figure, we're going to have different syllables and different chakras, etc. All this is going to help us to eventually gain access to the subtle energy system. И внутри божества мы представляем различные чакры и слоги. Все это в конечном счете нас приводит к тому, что мы получаем доступ к нашему тонкому телу к энергетической системе so we visualize various syllables, we visualize lights going out, giving offerings to the buddhas, lights going out, making, uh, giving, um, removing the suffering from all beings and giving them all happiness, lots and lots of visualizations that can be done while we do the mantras. в направлении всех существ и избавляет их от страданий, приносит им счастье. Есть много разных визуализаций, которые мы можем делать, когда повторяем мантру. And during all these procedures that have come before this, we have various mudras, different uh, hand gestures that uh, you make, sometimes ringing a bell. Uh, there are many different uh, ritual type of things that are done to also engage the body. So we're doing something with the body, the speech, and the mind simultaneously. Итак, в практике мы одновременно задействуем и тело, речь, и ум. Если, например, говорить о теле, то на, в подготовительной части мы выполняем различные а, мудры или жесты, мы можем звеньть в колокольчик и так далее. Then, after the Uh, после повторения мантры uh, мы читаем мантру ваджра один или три раза для того, чтобы очистить все ошибки, которые мы могли допустить. And more to ourselves. Uh, делаем себе самим еще дополнительные подношения. And then we get the, uh, parts. После этого идет завершающая часть. Это uh, как which closer connections. И uh, часто она включает в себя подношение торма или торма, которые напоминают пирог или кекс, который мы подносим для того, чтобы избавиться от uh, препятствий и uh, interferences and uh, to make close connections создать with... более тесную связь. So, this, uh, we have the purification, the transformation of the Dharma again, like Итак, what we had with the offerings in the beginning. Uh, uh, Dharma can be offered to the gurus, it can be offered to the Buddhas, it can be offered to us. Very often, we uh, call in various protectors, Dormas are offered to them. Uh, мы можем подносить Дорма uh, гуру, Буддам, самим себе, различным защитникам Дхармы. И после подношения этих Дорма, и также подносите им внутренние и внутренние дарма. И после всего этого мы поднимаем этих гостей назад. You know, we imagine that they go back to wherever they live. Uh, we, uh, гостей, uh, туда, они, uh, and uh, then, you know, we've been in the full form of the deity up to now. Then we have another transformation back to the simple form of the deity. Uh, божества, and then there's a recitation of a very long prayer. For uh, each verse uh, is uh, covering a different stage of the practice. So you review the whole practice, starting with the sutra basics all the way through all the stages of the tantra practice of that particular practice. И потом мы читаем очень длинную молитву, каждая строчка, которая соответствует определенному шагу практики, начиная с сутры и заканчивая uh, разными стадиями тантрической практики именно вот этой традиции. And then at the end, what is known as the verses for auspiciousness, which is basically a type of dedication. You know, may everything be auspicious, may everything go well for. И после этого мы читаем также uh, благопожелания, которые фактически являются посвящением положительной силы. Uh, там uh, обычно говорится о том, uh, чтобы у всех все было хорошо, у нас, у других практикующих, у uh, самой этой практики. Uh, for different deities, the uh, different lineages of the deities will have different sadhanas, but they all follow basically the same structure. So, when we have these short little sadhanas, these abbreviated forms, all of these, uh, what should we say, the fuller aspects are packed into it. And if you're really doing it properly, when you do the abbreviated form, you fill in all these things. And the more familiar we are with these uh, practices, obviously we can do them more effectively, more quickly, and because they're so complicated. И нам важно научиться действительно делать эту практику правильно, зная все эти многочисленные подробности. И для этого uh, нам, конечно, потребуется uh, целая человеческая жизнь, чтобы uh, этому научиться, потому что это довольно непросто. So, our time is up for this uh, session. And uh, tomorrow we will uh, speak about... Uh, um, all the uh, basic uh, understandings that uh, we will need from the sutra side, basically, that will uh, enable this practice of a sadhana to be effective. And our lesson тех постижениях, которые нам нужно приобрести для эффективной практики тантры, в первую очередь речь идет о различных аспектах сутры. И uh, я коснусь того, какие проблемы и трудности могут возникнуть uh, в нашей практике, если мы uh, пропустим все основополагающие

Thank you. Спасибо.